Это здесь. Должно быть. Это мое. Вот скажи мне, в чем смысл? А? Тащите к себе сюда людей, измываетесь, забираете пожитки, а потом что, типа бросаете все в костер, так что ли? Ебануться. О, привет. А вот еще вопрос. Где мои цвета? Чего где? Цвета, жилет мой. Где мой жилет? У кого? Не знаю. Ладно. Он только что ушел. Взял и ушел. Недавно ушел. Примкни к нам. Ты будешь найден. Так, надо осмотреться. Ладно, посмотрим. Сюда. Только что ушел. Что такое? Следы свежие. Здесь кто-то есть. Привет. Сделай одолжение. Сними. Мы вырежем твою душу. Спасибо. Покорись, тварь. Путь.
Не-а. Я тоже их чувствую. Потерянные. Тут что-то есть. Мы единый разум. Часть единого разума! Единый разум! Здесь кто-то... Здесь кто-то... Осмотреться. Мы единый разум. Здесь кто-то есть.
Остаемся в возвышении! Схожу, посмотрю. Ты не найдешь путь. Нет! Нет! Я тебя упокою, сволочь! Лиза, Лиза, послушай. Они знают, ты меня отпустила. Здесь опасно. Пойдем со мной, нет, пока... Ладно, не со мной, но ты должна бежать, потому что иначе они тебя убьют. Ты поняла меня? Да. Пошла! Беги со всех ног, не выходи на дорогу и не останавливайся. Давай. Соберемся для возвышения! Бухарь, ты на связи? Если ты меня слышишь, этот козел Шиза меня сдал. К вам идут упокоители. Предупреди Майка. Thank you.
освобождение! Гори, ублюдок! Освобождение! Это я возьму. Ввязался. Какой же я идиот, мог ведь догадаться. Как я мог так подставиться? Это же Шиза. Черт, патронов мало. Джеку не только татуху тебе сжечь. Надо было тебе глотку перерезать. Освободи его! Он покорится! Пусть он покорится! Почти дошел. Бухарь! Лагерь Лос-Лейк, ответьте! Шиза едет к вам и с ним упокоители, как поняли. Меня кто-нибудь слышит? Лос-Лейк! Черт! Вон он, на месте.
Да, Бухарь. Ответь. Рики, лагерь Lost Lake. Меня кто-нибудь слышит? Дикон? Да, это я. Черт, подожди. Дикон, Майк послал за тобой ребят. Рики, упокоителям нужен Бухарь. Дик, нет. Эй, не стреляйте, это Дикон. Майк послал нас за тобой. Упокоители! Гоните, я с ними разберусь. Надо скорее в лагерь. С этими я разберусь. Нужно их остановить. Нет, не останавливайтесь! Гоните! Почти на месте! Упокоители прут прямо на нас! Они хотят перекрыть дорогу! Объезжайте! Не останавливайтесь! Единый раз! Вперед! Он свободен! Рики, упокоителям нужен Бухарь! Дик, нет! Эй, не стреляйте, это Дикон! Майк послал нас за тобой! Упокоители! Гоните, я с ними разберусь! Надо скорее в лагерь! С этими я разберусь! Нужно их остановить! Вон еще! Сгоните! Почти на месте! Упокоители! Ловушка! Они хотят перекрыть дорогу! Объезжайте! Не останавливайтесь! Уже рядом! Вы гоните к восточным воротам, поняли? Главный мост! Я зайду с другой стороны, пойду пехом по мостику через болото. Увидите Бухаря, скажите ему, что упокоители пришли за ним, ясно? Я понял. Сан-Джон, удачи тебе. И вам тоже. Увидите Шиза, грохните, гада! Нет! Только не лезь! Тихо, не успокойся! Не надо, пожалуйста, нет! Я свой, я тебя не трону. Не бойся. Ладно. Не бойся. Эй, не трогай. Пройдет, порез неглубокий, все заживет. Так, слушай, посмотри на меня. Я ищу Бухаря и Шиза. Ты знаешь таких? Ты знаешь, где они? Я не знаю. То есть, все это произошло так быстро. Они были повсюду. Упокоители, они захватили лагерь, они нас пытали, они забрали меня и
ищет Джен, Эрика и Блейка. Так, как тебя зовут? Николь. Николь, ты стрелять умеешь? Да. Умница. Да. Хорошо. Видишь вон ту вышку? Влезай туда и сиди тихо, как мышь. Если придут упокоители, снеси им бошки, а я друзей твоих найду. Ладно? Иди. Я скупил. Прикрытие!
Я больше не позволю этим скотам убивать наших. Вы же знаете, Николь, да? Идите на запад к пешеходному мосту. Она там, на дозорной вышке. Идите и помогите, чтобы больше ни один упокоитель не пробрался сюда через болото. Ты посланник Божий. Мои молитвы услышал. А, круто. Беги! Спасибо. Ладно, Николь. Теперь дело за тобой. Где Рики? Я... Дик. Упокоители ловят на заряд. Полиция! Держись, я иду туда. Дождись меня. Дикон. Эдди. Нет! Вот черт! Рики! Надо к лазарету. Она знает, где Бухарь. Твою душу! Сгори! Сгори, освободись! А? Рики. Я... Дик. Упокоители ломятся в лазарет. Черт! Держись, я иду туда. Дождись меня. Дикон. Эдди. Нет! Вот черт! Рики! Ты обретешь свободу! Надо к лазарету. Она знает, где Бухарь.
сбухли. Где? Где Рики? Я... Дик. Упокоители ломятся в лазарет. Черт! Держись, я иду туда. Дождись меня. Дикон. Эдди. Нет! Вот черт! Рики! Освободи его! Надо к лазарету. Она знает, где бухарь. Да! Тебе бухарю! Освободи его! Окружаем его! Будем сами! Прижмите его! Я иду! Лучше, чем ничего. Припасов. Я лишь искра для пламени Карлоса! Что еще? О, черт! Рики. Я... Дик. Упокоители ломятся в лазарет. Черт! Держись, я иду туда. Дождись меня. Дикон. Эдди. Нет! Вот черт! Рики! Надо к лазарету. Она знает, где бухарь. Я горю! Есть. Припасы качаются. Пожалуйста. Нет! Вы потеряны! Потеряны! Нет.
хрена ты наружу вылезла? Я услышала крики. Не могла же я просто так сидеть. Стоп. Погоди минуту. Что происходит? Все кончено. Железный Майк договорился о перемирии. Что? Я ничего не понимаю. Сейчас выясним. Ты как? Идем. Рики, ты прости меня. Это ты меня прости. Майк, это все просто недоразумение. Им нужно только... На нашу землю! Которые украли наши припасы! Делить. Вы напали на мою блюдо! Майк, послушай! У нас сделка! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Покоритесь, братья! Покоритесь! Ну уж и заизлагай про сделку. Черт возьми, подожди! Ну, расскажи. Расскажи, как ты с потрохами продал нас им. Чего ты от меня хочешь? Да хорош придуриваться! Говори давай, пока я не перерезал тебе глотку. Ладно! У меня сделка с Карлосом. Ясно? Майк, я не хотел. Не хотел сдавать лагерь. Клянусь, только их, этих двух. Его и Бухаря. Они ему нужны. И все. Да, удачная вышла сделка. Я же хотел спасти лагерь. Я же хотел вернуть мир, который он нарушил. Майк. Вик, я рад, что ты жив. Отпусти его. Вик. Хорошо. Карлос. Он сказал правду насчет вашей сделки? Лгут лишь потерянные. Да, правду. То есть мы вам Дика, Уильяма, и вы не трогаете Лос-Лейк? Вы упокоитесь с миром, даю слово. Вот это гарантия. Твое слово. Великий царек великих упокоителей! Эй, мы пришли под флагом перемирия! Да пошел ты! Это мой лагерь. Мои люди. Я не позволю, чтобы ты тут что-то требовал под своим кровавым флагом. Хрен тебе! Мне плевать, что сделали эти парни. И зачем они тебе нужны. Знаю только, что ты их не получишь. Майк, был уговор. Нет, вот уговор. Карлос. И другого тебе не светит. Бери своих людей... И проваливай отсюда нахрен. Иначе умрем все вместе. Прямо здесь. И сейчас. Прежний союз в силе. Конечно. Я им уверен. Сучий пухарь! Так. Ведите-ка этих на выход. Эй, закончили, Карлос? Только рись, брат. Дик, пропусти. Пропусти! Майк, я хочу сказать... Этого запереть! Да нахер мы сами с ним? Руки убери! Я все пытаюсь втолковать. А вы не слушаете. У нас тут так дела не делаются. Мы тут людьми не торгуем и не считаем нормальным хладнокровное убийство. Уведите его. Отвали. Мы будем его судить, как цивилизованные люди. И тогда он свое получит. Я не стану извиняться. Не стану. Я пытался спасти этот лагерь. Карлос не отступится. Упокоители не отступятся! Слышите, не отступятся! Кто это был?
Джесси. Да, мало ему того, что он возглавил свою секту после конца света, ему еще и возмездие подавай. Сука, Джесси, гребаный псих. Да. Видать, он пас нас уже давно. В Крейзи Уиллис на нас напали совсем не случайно. Так Шиза хотел нас ему продать? Куда его увели? Я ему еще башку сверну. Нет, Шиза пока подождет. Ты лучше собирайся. Вон, а сколько унесешь? Ну и что ты задумал? Уверен, это плохая идея. Да, плохая, но мы это провернем. Я сейчас заберу взрывчатку из дома и запальный шнур у Шиза. Жди меня у моста. Объясню по пути. Ты со мной, брат? Да. А, да. Дик, ты на связи?